Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать в эфире телеканала «Архыз-24». Тема нашей сегодняшней встречи — 3 мая, день возрождения карачаевского народа. Большой праздник. Я считаю, что этот праздник не только карачаевцев, но и всех народов нашей республики. Потому что благодаря мудрости, благодаря гостеприимству и такой кавказской особенной теплоте наших братских народов, сегодня мы проживаем в такой процветающей, доброй, спокойной республике. Пусть так будет всегда. А ну что ж, о том, как началась новая жизнь с чистого листа у карачаевцев после долгой депортации, после исторического возвращения на свою родину, мы поговорим с нашими участниками президиума. У нас в студии доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель наук Российской Федерации Аскербид Агирович Кайчуев. Почетный архитектор Российской Федерации Султан Юсуфович Айбазов. Народный артист Российской Федерации, директор Русского драматического театра Хасан Якубович Биджиев. Салима Хасановна Картмазова, заслуженный журналист Карачаево-Черкесии, прозаик, член Союза писателей России, первый диктор регионального телевидения. Также известный дизайнер-модельер, председатель Союза дизайнеров Карачаева и Балкарии Зарема Аджиева. Здравствуйте. А ну что ж, по традиции, по-кавказски, конечно же, хотелось бы начать с наших уважаемых старших. Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы мы все поздравили нашего дорогого юбиляра. А нашему уважаемому Аскербиду Агировичу на днях исполнилось 80 лет. Желаем вам долголетия и здоровья. Вот так символически получается, депортации ровно 80 лет, и вам тоже 80. Вы свидетель больших исторических событий. Есть о чем рассказать, есть что вспомнить. Ну, для начала первый вопрос. Какие эмоции, какие ощущения у вас вызывает 3 мая? А второй вопрос. Как начиналась жизнь нашего народа здесь, в Карачаево-Черкесии? Знаем, что это все было далеко не так просто, как кажется. Вам слово. Спасибо. Конечно, 3 мая... это очень хорошее, приятное событие. Мы с удовольствием встречаем этот праздник. Карачаевский народ после 14 лет депортации, унижения, оскорбления, жертв удалось вернуться на историческую родину. Это был большой праздник. Но когда мы приехали через 14 лет на территорию Карачаевской автономной области, на территории тех населенных пунктов, где проживали карачаевцы, далеко не праздничный вид был. В аулах большинство домов были разрушены. Не было колхозов, не было совхозов. То есть совхозов и тогда было, но в основном были колхозы. Все приходилось заново начинать. Мы гордились, что мы имели карачаевских лошадей, выносливых, красивых. Мы гордились тем, что есть карачаевская черная барашка. Но от них ничего не осталось. Приехавшие наши руководители все начинали снова собирать, создавать. Так что этот праздник у нас ассоциация очень приятная, хорошая, но это было связано с большим трудом, старанием восстановить все, что было. И над этим вопросом мы работали много лет, и до сих пор продолжаем работать. Аскербид Агирович, а сколько вам было лет, когда вернулся наш народ? Когда я вернулся на родину, я был учеником 7 класса. Там не успел получить аттестат об окончании 7 класса, поэтому пришлось в ауле Сарутюз, мы приехали в тот аул, откуда уехали, тоже начинать с 7 класса. А помните, как все происходило? Здесь? Да. Здесь помню. А как туда поехали, не помню, потому что я был 4-5-летним мальчиком. Ну вот, а было ощущение, что мы дома, мы на родине, нас здесь
ждут нас здесь, понимают и любят? У нас, у молодых, было другое ощущение. Наше старшее поколение, старшие братья, родители. У меня отец умер в Средней Азии, мать была жива. Они все мечтали о Кавказе, о горах, о Эльбрусе. А мы приехали, как-то не ощущаем вот эту родину. Они ощущают, а мы не ощущаем. Что тут хорошего? Вот так мы относились. Но потом постепенно мы вошли в роль, полюбили и родину, и горы, и леса, и Кубань. Впитали воздух наш. Впитали воздух наш чудесный, ароматный. Конечно, потом мы вошли в роль истинного Кавказа и гордились, что мы действительно вернули свою историческую родину, и мы живем на Кавказе. Спасибо. Конечно, к этой тематику невозможно в рамках нашей одной программы обсудить. Это долгие 14 лет ссылки, 14 лет горя, холода, неизвестности. Огромное количество памятников, обелисков построено на территории нашей республики, не только в знак солидарности, в знак памяти об этом чудовищном событии. И один из главных монументов, памятников, это большой комплекс, я бы сказал, установлен в городе Карачаевске. У нас в студии автор проекта Султан Юсупович. Расскажите, как родилась такая задумка и реализовать такой комплекс, который и по сей день очень символически и эпично смотрится на фоне наших Кавказских гор. Это большого стоит. После того, как вернулись, необходимо было осмысление его в скульптурную, архитектурную композицию, чтобы отразить те страдания народа, которые они пережили. И, естественно, сегодняшний день, когда уже в сегодняшнем русле уже народ стал жить полностью вот, со временем в ногу. Мне хотелось бы, мемориал действительно, он большой, размещается на территории 1 гектара. Ну, все, наверное, знаете, при въезде в город Карачаевск, и из-за того, что она довольно-таки многоплановая, я хотел бы вот расшифровать его, в принципе, в деталях, в образах, характерах, из чего она, в принципе, состоит. Потому что, на первый взгляд, в принципе, общий образ есть, а вот не все на сегодняшний день знают, что из чего она состоит, что выражает. Что там выражает, заложен глубокий смысл. Да, что выражает. Ну, хочу сказать, что мемориал отражает трагическое выселение карачаевского народа и ее торжественное возвращение на родину Кавказ. Мемориал жертвам депортации карачаевского народа является архитектурно-скульптурной композицией. В основе имеет подковообразную форму. Но мы все прекрасно знаем, что из себя представляет подкова в ее образе вообще-то, которая композиционно начинается с горельефа переселения. Изображены скорбниц стариков. Все, наверное, кто видел, видят, как той молнией, той грозой, которая стоит над верхом этого горельефа, сгоняется народ с родных мест. Постоянно передо мной стоит образ вот того старика и женщины, и детей, которые, значит, с большим страданием, большой неожиданностью, потому что если днем раньше они строили какие-то планы большие на жизнь, и вдруг вот оказались в этой пучине. Дальше, значит, я по подкове, по кольцу пройду, чтобы идет черная стена, стена печали, стена, которая принесла горе людям. Это фактически 7 делений, это практически те вагоны с ущелье, которые увозили народ. И вот если кто видел, замечаете, там в виде бойницы есть узкие окошечки, которые показывают, что ездили не с большой радостью в этих вагонах, когда темень сплошная, холод и все, что сопровождалось в дороге, ничто не предвещало, в принципе, хорошее будущее вот, тем, что они ехали. И с этих вагонов, с этой черной стены вываливаются камни. Вот эти камни – это те, которые умирали, по сути дела, по ходу самой депортации. 632 да. человека погибли. И там, да, и там есть интересная вещь. Вот эти камни, которые спускаются вниз, они фактически
проходят через три плоскости. Это плоскость сегодняшней жизни, которую люди отняли, это будущее, которое у них было, и потуземный мир, который тоже неизвестен, где что должно быть. Еще одна деталь такая. Камни расположены по арифметической прогрессии, в принципе, 6, 7, 8, 9 и 10. Мы замысел до конца не смогли сделать, 10, 10 под землей. Это вот так примерно получается 40 обозначенных круглых цифр тысяч населения. Далее идет, если по подкове идти, радостно довольно-таки величавый возвращение Карачаевска на родину. Там, на этом горельефе размерами 3 метра на 3 метра, мы видим старика, который с большой радостью прямо хочет раньше своих ног как бы быть в своем доме, который оставил. И этот дом там виден на горизонте. И центральная композиция, 12-метровая, 8-гранная композиция с открытым верхом, фактически это разорванные арки. Разорванные арки, которые плита верхняя, это сила народа карачаевского, которая удержала вот эти невзгоды. Она не проломилась, не разорвалась и удержала вот эти арки, хотя они уже были покалечены, она удержала их. И кто видит, как эти вот полуарки смыкаются, пытаются дойти друг до друга, вот там как раз происходит вот то, трагедия, которая образовывалась, получалась у народа. Разрыв такой получился. Разрыв, да. И каждый из них по-своему вроде хочет дойти друг до друга и дойти не могут. А вот при входе там, насколько я знаю, помню, памятник отдельно дню депортации и такой же памятник только возвращению. Да, вот два куба, которые расположены по обе стороны на главном фасаде. Одна выражает экспозицию выселение, вот то, что я говорил, стрелой, молнией. И второй куб, это опять-таки 3x3 размерами, да, возвращение, радостное возвращение народа на свою землю. Это очень масштабный памятник, вот с технической стороны, насколько сложно было его воспроизвести, и кто принимал участие, и какие это были годы? Можете озвучить? Ну, это был 2004 год, его начали где-то в июле месяце, и в мае следующего года, 2005 года, он был открыт, и было торжественное открытие как раз к дню 3 мая, к разрешению карачаевского народа. Это действительно была всенародная стройка, кто там не участвовал, как говорят, и млад, и стар. Буквально все в этом вопросе отдавали полностью себя. И днем и ночью шла работа. Я помню такую картину, когда 6 камнерезных станков работали круглые сутки, когда вот облицовывали, значит, площадки. Кроме того, облицовка сама кубов вот этих, облицовка самого здания. И самое интересное, по ходу вот до того друг с другом сопрягалось, что памятник с каждым днем, завершаясь, становился единым, цельным. И вот вписывался, даже мне в Москве говорили, а как вы могли так писать? И вот существующий рельеф. Даже мне вице-президент Союза архитекторов говорит, а это что у вас, компьютерная графика? Нет, говорю, это с натуры, вот так она и есть. Ну, если можно, я хочу несколько сказать о исполнителях. Ну, естественно, всю архитектурную часть, архитектурно-скульптурную часть, как архитектор, выполняя полностью сам, естественно, я являюсь автором проекта. Мы для разработки скульптурной части пригласили известного ставропольского скульптора, заслуженного скульптора России, Санжарова Николая Федоровича. Я знаю его большой опыт, большие работы, которые у него по всей Российской Федерации. Естественно, мы не могли поступиться тем, лишь бы сделать. Ну, надо отдать достойное, что он с этим вопросом довольно-таки справился хорошо. И вот тут просто-напросто вопросы возникают про авторов, поэтому я вот просто хочу сказать, что вот он является автором этих скульптур. Большая часть, текстовая часть, которая на очаге карачаевского народа, на
этих кубах, там черный Некарачай 14 лет, «Истина не останется в степи» и ряд других надписей осуществил художник-французов Казбек. Фактически вот эта часть, это является той частью, которую сделал на этом памятнике, является автором этих букв. Я хочу еще сказать несколько таких приятных моментов по памятнику. Мы памятник по рекомендации самого Союза архитекторов вынесли на международный форум фестиваля «Зодчество 206». Ну, в общем-то, честно говоря, это наше было первое с Карачаево-Черкесии, что мы выходили довольно-таки на очень высокий форум. И когда жюри работало, нам рассказывали, в принципе, было два объекта. Это памятник жертвам депортации карачаевского народа и президентский национальный парк в Астане, в Казахстане. Вот эти два объекта на первое место стали вот так. Долго думая, жюри учредило еще один золотой диплом, и мы вместе с ними получили по золотому диплому. Ну, представьте, мы сравнились на уровне Астана, это государство, столица, ну и маленькая Карачаево-Черкесия. Есть чем гордиться. Более того, я еще одну деталь хочу сказать. Следующий год я был членом и председателем этого жюри высокого. И когда я проходил по рядам экспозиции, а это Манежная площадь, в Манежном выставочном зале проходит, там работ просто пройти негде. И вот на этом форуме 5 дней мы там стояли, и народ валил каждый день, и все видели этот памятник. И спрашивали, в принципе, то, что касается, что я был в жюри, вот я посмотрел, та экспозиция, которая была, и наш памятник, если опять поставили его через год, он опять, я думаю, был на голову выше, не казалось это мне. И он бы опять точно получил бы золотой диплом. Аскербид Агирович, обязанность нас, молодежи, помнить об этом, не забывать и передавать последующим поколениям. А можете еще раз озвучить нам те страшные цифры, которыми славится, в кавычках, это чудовищная депортация. Насколько я помню, около 50% это дети, а остальное уже занимают старики и женщины. Конечно, мужская половина находилась на фронтах Великой Отечественной войны. Депортация получилась таким образом. Депортировали женщин, стариков, детей. Было мужчин немного, но было. Но это были инвалиды, которые, получив инвалидность, вернулись с фронта. Вот это такой массив, который нуждался, они сами нуждались в поддержке. А на их плечи выпала доля спасти будущее карачаевского народа. Женщины, засучив рукава, все 14 лет работали. А как они работали? Через 4-5 лет наши женщины на хлопковых полях, на свекличных полях, на табачных полях стали получать ордена, медали. Только в Средней Азии за 14 лет 26 человек были награждены высшим орденом Советского Союза, орденом Ленина. 3 женщины стали героями социалистического труда. Это высокого очень стоит дорого. Благодаря их труду наши представители, которые вернулись с фронта, офицеры, старейшины, женщины, они и выступили в защиту карачаевского народа, что вернули на историческую родину. После смерти Сталина
посыпались очень много писем, требований вернуть на историческую родину. Первую делегацию в Москву с просьбой вернуть на историческую родину организовал карачаевский народ. Две делегации один за другой ездили. Первая делегация добилась создания комиссии по реабилитации карачаевского народа из работников Верховного Совета, правительства, силовых органов власти. И они стали изучать, как надо этот народ вернуть на историческую родину. Ездили в Среднюю Азию, изучали, встречались с народом. Все ли хотят вернуться на родину, их интересовал вопрос. Так хорошо трудятся, герои появились, орденоносцы появились. Они думали, может, большинство не хотят, отдельная часть интеллигенции хочет вернуться. Они там убедились, что это всеобщее требование. Затем поехали на бывшую Карачаевскую автономную область, изучили, во всех населенных пунктах побыли. Мы оставляли, когда депортировали нас, 103 колхоза. А вернулись 3 колхоза всего было. Они это поняли, и к приезду второй делегации и встрече с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым, когда он всех членов делегации выслушал, сказал сразу: вы все объяснили хорошо, мы вас поняли, но я один вопрос не решаю. У нас коллективное руководство. Но мы сделаем так, чтобы было, будет принято правильное решение. В конце концов, и приняли правильное решение. Справедливость восторжествовала. Справедливость восторжествовала. И карачаевский народ в 1957 году, самая большая эта часть вернулась, в 1958 году чуть меньше, в 1959 году еще меньше, но за эти 3 года почти 90%, 95% вернулись на историческую родину. А там остались только около 5%, это старики, у кого не было мужчин, или те, которые породнились с местным населением, вот такие, или кто-то устроился на хорошую работу, теплое место они хотели оставлять, уходить, а основная масса сразу вернулась. А ну что ж, культура – это неотъемлемая часть любого этноса, народа. О том, как развивалась наша культура в это нелегкое время, я думаю, лучше всех знает наш народный артист, который в эти непростые времена смог поступить и окончить один из сильнейших вузов нашей страны – ГИТИС. Хасан Акубович, вам слово. Вы знаете, вот сейчас сижу. Это здорово, то, что есть и архитектурные какие-то сооружения, которые говорят, а не говорящие. Нам сейчас расшифровали. Вот подкова – это, наверное, символ счастья, наверное. Да? Это не просто так. Это здорово, но есть какая и живая память. Это для тех, кто такой визуальное такое, да? Восприятие, эмоциональные какие-то начала, потому что, вы знаете, вот сидят вот молодые люди здесь. Если мы будем говорить о каких-то тех тяжелых годах, конечно, надо говорить. А ведь прошло 65 лет, как мы вернулись. Хотя вот этот след невинно, допустим, если 3 дня вдруг мы кто-то рассказывает, что вы знаете, не было летной погоды, это ужас какой-то в аэропорту, что творилось. Ни воды, ни спать негде, дети плачут. И мы при каждом удобном случае об этом рассказываем, какая это беда. А если 14 лет, и не один человек, не одна семья, а весь народ. Но просто так. 2000 детей. Вот, и дело в том, что
Ничто, вот, наверное, просто так не происходит. Еще царица Тамара хотела границы Грузии расширить до Калмыкии. Просто так ничто не происходит. А мы тут рядом. Лучшие, Богом Всевышним данные нам земли. Вот они и пошли, нашли повод. И пошли. Мало того, люди все равно, как бы там ни было, как бы ни радовались в 57-м году, когда приехали, до сих пор, вот знаете, как после ковида, что-то все, что-то не то, все равно внутри что-то, я как-то ослаб. Вот у меня не то, вот то, что было, перестроился организм, психика. И мало того, мы помним вот так называемый третий пленум и все прочие, да, когда да. Горячие головы какие-то вышестоящие, так сказать, начальство говорило, слишком рано их вернули, может, обратно их, понимаете? Это как бы человек ни за что отсидел, извинились, выпустили, а вот на нем эта марка и эта бирка осталась. Сусловская команда подводила к этому повторному выселению, не удалось. И я почему говорю, все равно, а вот те, кто потом уже, в последние там 20 лет родились, они там вот что-то такое, вот где-то витает, понятно, дедушка рассказывал, эти рассказывают. Потом, сколько можно вообще об этом рассказывать, другие говорят. Не надо другим говорить, это для своих, вот для них надо рассказывать, вот для этой молодежи, которая здесь сидит, чтобы они знали свои корни. Чтобы они знали, кто они, откуда они, и почему, и ни за что, почему ваши дедушки или там прадедушки пострадали. И теперь надо сделать так, чтобы... А что дальше делать, чтобы мы были лучшими? Вот эти потерянные годы, чем восстановить? Да, что надо делать? Вы знаете, я не знаю, может быть, сейчас не для этого мы собрались. Сегодня все-таки это праздник возвращения. Но такой грустный праздник, но все равно праздник. Я думаю, что надо очень много проблем, которые надо решить именно карачаевскому народу, потому что я сам являюсь карачаевцем, мне не безразлично, как происходит, что с ним происходит. Самая большая беда, вы знаете, какая? Незнание родного языка. Хотя никто нас не притесняет, нету депортации, почти. Слава Всевышнему, кто нам мешает? Наоборот, поддерживают. Кто нам? Суслов мешает изучать родной язык. В чем дело? Представляете, на секунду японцы, там, испанцы или англичанин, который не знает родного языка. На секунду, можете представить? Это же нонсенс. Знай, ради Бога, любые, китайский, английский, русский, безусловно. Но свой родной язык ты должен знать. Их, и причем это не их беда, детей, наши. Наши. Наши, родители, те, кто, они наполовину сами, все какие-то. А дети эти, не знаю, хоть закрывайте садики. В садиках все они говорят. И так легко с ними общаться на русском. И стыдно, стыдно, когда я вижу, что... А завтра что? Убери язык, и нету народа. Все, нет. Он не читает, не пишет. Посмотрите на сегодня. Осталось три поэта, которых я знаю. Это Альберт Узденов, Дина Мамчиева и Пелял Лайпанов, который сейчас живет в Норвегии. Вот они и пишут стихи и прозу. Но они тоже поиссякли уже. То есть они, такой выброс у них... По молодости, поэтому, то есть это классика потом станет, это их произведение. А кто взамен? А что взамен? Будет. Нет ни одного драматурга. Да, Дина пишет там пьесы. Я говорю, кто нам мешает отправить на курсы литературного института имени Горького, который из Советского Союза существует, на курс драматургов? Нет, чтобы они писали. Нет ни одного композитора. Нет ни одного композитора. Что это такое? Почему? Кто нам мешает? Вот эти проблемы, наверное, и не только эти. Надо, наверное, нужны... они есть, ребята есть, я так общаюсь. Надо их как-то вытащить, что-то как-то поддержать, подстегнуть и вперед. Пусть и за ними пойдут. Понимаете, когда каждый человек по тропинке, это в дорогу превращается, если в одну сторону идти.
Широкая, большая дорога, по которой. А так, вот сволочь Суслов, вот проклятый Сталин. Да, было. Ладно, все кончили, закончилось. Дальше что? Об этом, наверное, ну, видимо, нужно думать. А то, что касается культуры, особенно, ну, я как бы представляю театральное искусство. Вы знаете, иногда, я не знаю почему, вот и доктор наук, и все, что где-то там, не здесь, а где-то закончил, Саратов, не знаю, где-то еще большие города. Почему сказал Саратов? Потому что все лучшие актеры, начиная с Олега Табакова, Янковского, сегодняшние там Миронов, там кто-то, то есть Безруков, все они из Саратова. Там шикарный театр. Школа. Вот там шикарная школа, правильно говорить. Ярославль, там первый профессиональный актер Волков был, крепостной. Он настолько шикарно играл, что его освободили от крепостного. Это самое. Право. Да. Дали вольную. И теперь сегодня театр в Ярославле имени Волкова. И почему-то, вот не раз, это несколько раз, мы сидели, разговаривали, ну, всякое бывает. Мне говорят, ты знаешь, это, ну, мы понимаем, ну, мы тебя ценим, то все. Вот, вот есть у нас певцы, есть танцоры, это было. Но у карачаевцев никогда не было театра, это наносное. Зачем нам это, говорит мне человек с высшим образованием, который приходит в театр, потом мне сказал, меня там супруга затащила, а я, слушай, у тебя такой театр, такой концерт хороший. Я говорю, концерт – это когда поют, это спектакль. Вот почему-то знают четко математика, история, не знаю, шикарно на уровне европейских ученых. А вот здесь общая так, интеллектуальная планка, не знаю, мировоззрение. Вот, да? Я удивляюсь почему-то этому контрасту. А если древние Риме, Греция, оттуда остались амфитеатры и бани. Бани, чтобы тело было чистое. А в амфитеатрах игрались Гомер, античные. Ну, что было, а очищение души тоже должно быть через это. А как это? Это объяснять им долго, но сам факт того, что я, когда, извините, что я много на себя, вот когда я, единственное, что им сказал, знаешь, вроде бы как по Дарвину, мы все мы от обезьян, там, самые трудолюбивые особенно, первым стали, с веток слезли, там, стали на вертикальное положение приняли. Но ты знаешь, говорю, наша большая, самая большая разница в чем с обезьянами? В чем? У обезьян нет театра, я сказал. Вот и все. Давайте на ветки обратно будем лезть, если мы не хотим этого. Так что как раз является классикой карачаевского, ну, так скажем, театрального искусства Шахарбей Бзеев, который написал «Огурлу» пьесу. Это как бы пробный камень. Все, кто режиссеры закончил режиссерский факультет и начинают с него. Тахчука поставил «Огурлу», Алиев Шахарбей поставил, ну и мне пришлось поставить. Первое, что мы ставим, это как бы дань уважения. И там такой карачаевский язык, там такое богатство. Это надо передать. Никто не читает, потому что читать не умеют. Никто не пишет, потому что это не надо. А что делать? Извините за минор, но душа болит. А так, конечно же, я оголтелый оптимист. В любом случае, я верю, что народ, который выжил в тех условиях, в которых он оказался, я там родился. Мне 6 лет было, когда нас сюда... Мы ехали на какой-то грузовой машине, там загружено это. Я никогда не забуду, как наша собака очень долго бежала за нами, за этой машиной. Пыль, я плакал, смотрел, а Бобик был, пока не устала она, бежала за нами. Вот это мне, вот картина никогда у меня не сводится с глаз. Вот мне такое. С собой надо было забрать ее. Так что, тогда не принято было. Не, взять с собой, но я еще говорю, мам... Сами не знали, куда, как едем. Нет, мой отец вообще был такой, он
Вот то, о чем вы говорили, ему должны были какой-то орден дать, не дали. Дали «Москвич» и отправили в ДНХ на 10 дней, чтобы он это посмотрел. И вот так, мы с машиной приехали. Так что было что везти. А вот это я никогда не забуду. Потому что и всякий, кто ждет, чтобы кто-то сделал, никто не сделает. Начни с себя. Вот подол карачаевского народа, каждый придержится своей стороны, для того, чтобы он не погрязи волочился, а так, чтобы это было чистой, нормальной, красивой этнической одеждой. Для этого нужно, каждый из нас должен внести свою лепту. Вот и все. Очень просто. Спасибо вам большое, Хасан Акубович. Очень актуальные проблемы озвучили. А ну что, мы плавно переходим к журналистской сфере. Салима Хасановна, вы провели огромную, грандиозную журналистскую работу, взяли большое количество интервью у людей той эпохи. Огромное количество историй можете рассказать вот в общих чертах. Я думаю, отношусь к тому поколению, у которого было самое счастливое детство. То есть уже вернулся на свою родину, уже обосновался и шел созидательный процесс. Однако, помимо рассказов моих родителей, по долгу своей работы, по своей по роду своей деятельности, мне пришлось встретиться с большим количеством людей, которые пережили ужасы депортации и радость возвращения. Работая в ГТРК, ну, уже 30 лет, естественно, мне и моим коллегам пришлось подготовить не одну сотню передач про эту тему. Поэтому могу сказать, что эта тема мне знакома, до боли близка, и проблему знаю снутри, как будто я сама переживала. Вы знаете, когда записывала людей, вот встречалась с людьми, мы-то готовим побольше передач, чем другие редакции. Карачаевская редакция не только на 2 ноября и 3 мая, а целый цикл передач. Вот сейчас у нас тематические программы идут. Апрель начинается, мы начинаем тематические программы, потом в мае. Точно так же к ноябрю, не только 2 ноября, с октября начинаем и в ноябре тоже цикл передач. То есть огромное количество воспоминаний. И вы знаете, ни одну передачу до сих пор вот за эти 30 лет мне не удалось записать с первого раза. Такие воспоминания у людей, что всегда ком в горле от того, что написала сама, от того, что читаю это в эфире, от воспоминаний. И каждый раз вот с перерывом в студии выходим, успокаиваемся, возвращаемся и так далее. И вот воспоминания людей и на 2 ноября, и на 3 мая. 3 мая — это все-таки праздник, 2 ноября — это день депортации. На те и эти передачи у респондентов моих воспоминания были настолько идентичны, что мне приходилось каждый раз направлять, подсказывать, задавать наводящие вопросы. То есть грустные, тяжелые воспоминания. И я задумывалась, почему они, вот человеческая память так устроена, мозг. Он старается сохранить в памяти позитивное, нежели негативное. А тут только негативное вспоминают. И считаю, что ответ на поверхности. Люди, которые вернулись к себе на родину уже, ну, увидели свой величавый Эльбрус, лицезрели, выпили этой кубанской воды, утолили жажду, вдохнули этого горного воздуха. Ну, и что дальше? Дальше проблема. Сегодня же нужно искать, где ночевать, крышу над головой.
печку, дрова, где приготовить детям еду. Не говоря уже о других репрессиях, которые начались уже у себя на родине, я имею в виду морально-психологические, в экономическом плане, в кадровом, в культурном и так далее. А обычные бытовые проблемы. Они столкнулись с этими проблемами. И, знаете, радость возвращения не могла расправить крылья под натиском этих унижений, проблем. И вот почему у людей всегда вот такие грустные воспоминания. Ну, однако, справедливость всегда торжествует. И сегодня, благодаря своему упорному труду, своему желанию, огромному желанию получить образование, знания, народ мой живет и здравствует. И кто может сказать сегодня, что карачаевцам за такой короткий период времени пришлось построить каждой семье по несколько домов. Здесь покинули свои дома, приехали в степи, на скорую руку нужно было что-то соорудить, временное жилище, потом уже дом построить. 14 лет — это большой срок, это 5000 дней. Они понастроили дома. И когда возвращались-то массово, побросали свои дома или продали за бесценок. И здесь опять в никуда практически. Ну, радовались, конечно, что они у себя на родине. Но они поняли, что вернулись на птичьих правах. Опять строить времянку, делать саман, построить времянку, потом уже дом. И вот каждая карачаевская семья получилась по несколько домов и построить за короткий промежуток времени. Ну, я просто восхищаюсь и горжусь своим трудолюбивым, терпеливым, выносливым народом. Так, тоже сказали классики известные. Поэтому полностью подписываемся под каждым словом. Сегодня наша задача, конечно, вот сохранить то духовное богатство, то духовное наследие, которое сохранили наши родители в таких суровых условиях. Мы просто обязаны сегодня, как отметили наши коллеги, забывается язык. Я очень болезненно воспринимаю это. Действительно, чего нам не хватает? Вот если говорить про журналистику, сегодня радио тоже, радио Карачаево-Черкесии 65 лет. С 57 года вещает радио Карачаево-Черкесии. Как вернулись карачаевцы. Поздравляем, символично. Тогда спасибо. И сегодня есть уже телевидение, есть газеты, театры на 5 языках. Действительно, что нам мешает? Абсолютно ничего. И я желаю, чтобы наши нынешние поколения, наши дети, чтобы они осознали, какой ценой сохранили наши родители вот это духовное наследие, и чтобы отнеслись бережно и к языку, и к культуре, и чтобы мы сохранили свою национальную идентичность. Вы очень важные слова сказали. Нашей молодежи надо понимать, что это за праздник, надо понимать всю глубину этого трагизма, а не просто включать максимально громко музыку, ехать по центральным улицам, нарушая все правила ПДД и таким образом отмечая 3 мая, что зачастую так происходит. Праздник со слезами на глазах. Слишком дорогую цену заплатили за этот праздник. Все верно. Дорогие друзья, очень сложно представить себе горца, карачаевца без верного друга, без настоящего коня карачаевской породы. Организация «Карачай Хорс» проводит огромную работу в популяризации и разведении карачаевских коней. Я тому свидетель, и в прошлом году, и в начале этого года прошли масштабные скачки, масштабные забеги. И вот, насколько я помню, в мае тоже намечается у нас несколько масштабных таких событий. У нас в гостях представитель этой организации Таулан Азнаворович Узденов. Мы вас приветствуем.
Расскажите о работе вашей ассоциации. Есть чем гордиться. Спасибо за предоставленное слово. Я для себя очень многое подчеркнул. Вам огромное спасибо за этот объемный исторический справку. В свою очередь, за счет ассоциации я что хотел сказать. Ассоциация, она зародилась в 2017 году как группа энтузиастов. В 2019 году уже набрался штат сотрудников, а уже в 2022 году мы официально зарегистрировались как ассоциация Карачай-Хорц, и на основании лицензии уже занимаемся селекционной работой. Как вы правильно заметили, наш народ, он неотъемлемой части нашего народа всегда была лошадь. Мы все прекрасно знаем, какие показатели были на момент депортации и к чему мы вернулись. На сегодняшний день мы в своей политике преследуем, чтобы при всякой возможности подчеркнуть и принадлежность карачаевской лошади, и, соответственно, в календаре наших мероприятий мы всегда учитываем 3 мая и максимально стараемся к этому празднику приобщить скачки, переходы и выставки. И ваши напутствия, они очень... мы всегда берем на вооружение и в своей деятельности стараемся. У нас неотъемлемой части любых переходов всегда требования к национальной одежде. На наш взгляд, это тем самым мы уже и свое подрастающее поколение задаем некий тон, чтобы они знали свои истоки, чтобы для меня лично ношение национальной одежды, она подстегивает. То есть человек, уже нося национальную одежду, он, я думаю, окурок или не будет мусорить, к примеру, даже. И в соответствии, связывая эти все культуры, и лошадь, и национальную атрибутику, и наши традиционные моменты, и прислушиваясь таким первоисточникам, как вы, мы, я думаю, будем только прогрессировать, и я думаю, мы не растеряем тот национальный наш колорит, и, соответственно, я искренне надеюсь, что у нас все будет по нарастающей и в плане традиционной, и в плане поголовья, если быть так практичным. Спасибо за такой формат. Я действительно очень многое для себя подчеркнул. Спасибо большое. Спасибо. Говоря о национальной одежде, какой же джигит, какой же всадник без наших национальных костюмов? У нас в студии известный модельер, дизайнер. Она побеждала на многих международных выставках. Мы знаем, видел сюжеты, поэтому вам слово, Зарима Джиева. Расскажите нам о наших карачаевских костюмах, чем они отличаются, как вообще зародилась такая идея популяризировать и восстанавливать нашу одежду. Спасибо за предоставленное слово. Я тоже выросла в семье, где всегда жила память об этих годах депортации, где многие члены семей моих родителей остались в степях Казахстана. И несмотря на все эти голод, холод, лишения, наши предки сохранили и язык, и особенности костюма, и стремление сохранить все это, и какие-то украшения, которые они с собой увезли, небольшой скраб, то немногое, что они могли с собой увезти, несмотря на голод, несмотря на все эти лишения, на гибель родных, они сумели сохранить и привезти на родину атрибуты национальных костюмов, национальные платья, истрепанные, уже истлевшие, практически превратившиеся в папирусную бумагу, но тем не менее они сохранили это все, привезли и всегда с гордостью рассказывали и показывали нам, детям, уже родившимся здесь, на Кавказе, эти атрибуты. И сознание, что у меня дома хранится настоящий старинный пояс, который носила моя прапрапрабабушка, это всегда подстегивало меня. И благодаря моей маме, благодаря бабушке, которые
которые сами тоже шили, и мне передали это мастерство. Я всегда хотела заниматься этим костюмом, всегда хотела восстановить национальный карачаевский костюм. И, к счастью, сейчас, в последние особенно годы, интерес к национальному костюму растет все больше и больше. На свадьбах часто можно увидеть. Да, и на свадьбы, и в быту, в какой-то там, не свадьба, но какое-то торжественное мероприятие, все равно какие-то атрибуты национального костюма присутствуют. И я с гордостью могу предлагать молодым людям национальные костюмы, сохранив традиционный стиль, традиционные элементы национального костюма, ну, осовремененные, может быть, где-то интерпретируя на свой лад, что-то меняя, но, тем не менее, основу вот, национального костюма я пытаюсь сохранить и передать молодым людям, и счастлива, что они проявляют к этому интерес. Я думаю, чтобы... Да, и особенно дети. И вот молодой человек сказал, что совершенно по-другому ощущается, когда они одевают национальный костюм, они и спиночку выпрямляют, детки, и сразу выше ростом становятся. Они с такой гордостью одевают этот костюм, любо-дорого глянуть. И мне, как мастеру, тоже это доставляет огромное удовольствие. Я с удовольствием делаю эти костюмы и для детей, и для взрослых, и на вот эти конные переходы. И к тому же я должна сказать, что в последнее время стремление к тому, чтобы костюм был идентичный костюмам наших вот бабушек, дедушек. Ну что, и напоследок у меня будет вопрос к молодежи. Просто поднимите руки, кто говорит хорошо на своем национальном языке. Давайте смелее. Так. Ну, в принципе, 90-80%, да? Не все еще потеряно. Ну что, дорогие друзья, огромное спасибо всем участникам нашей большой пресс-конференции. Я поздравляю всех жителей Карачаева-Черкесии с Днем Возрождения Карачаевского народа. Аллаху анчалар баздана айырмасын. Процветания, благополучия и всего самого лучшего нашей прекрасной Карачаево-Черкесской республики. До новых встреч!